Вот такая красивая дорога идет с велодорожкой к центру города, прямо к замку, к крепости на горе. Вспоминать, как приходится в Питере, в центре города, ездить по плитке, по переломанной на велосипеде, и когда куча туристов, то есть ты либо по дороге едешь, либо по тротуару, и там мешаются то люди, то машины, то здесь все довольно четко, приятно, очень клево.